Салют подписчикам канала о том о сём и случайным зрителям этого видео. Я не раз слышал, что Xiaomi, вернее фирменную оболочку MIUI, которая устанавливается на все смартфоны Xiaomi, ругают за большое количество встроенной рекламы. Да, друзья, отчасти это так. Действительно, в оболочку встроена реклама, отрицать не будем. Но ее настолько мало, что в принципе она редко где встречается, да и вообще она не мешает. И те, кто хоть сколько-то знаком с Xiaomi или попользуется им, ну, к примеру, пару недель или месяц, уже настроить смартфон так, чтобы он устраивал полностью. Сегодня я хочу как раз показать вам, как полностью отключить всю рекламу в смартфоне на примере смартфона Poco X3 и оболочки MIUI 12.5, которые на сегодня являются самой актуальной. Видео будет полезно всем, кто только купил или собирается покупать смартфон Xiaomi. Я ссылку на покупку лучших смартфонов Xiaomi этого года оставлю в описании под видео. Сейчас у нас распродажи на AliExpress грядут, так что самое время покупать смартфон. Также оставлю ссылку на свой канал в Телеграме, в котором каждый час публикуются самые необычные находки с AliExpress. Ссылка на покупку, естественно, плюс я в этот канал часто публикую всякие промокоды и купоны и дублирую свои видосы, чтобы вы могли еще больше сэкономить и купить что-то интересное. Ссылки на канал будут в описании под видео и в закрепленном комментарии. Что касается темы ролика, друзья, хочу пояснить, что реклама будет отключена только в интерфейсе MIUI и в системных Xiaomi приложениях. В браузере, когда вы будете лазить по сайтам и в других сторонних каких-то приложениях, реклама останется. Речь сейчас о другом. В системе Android и в частности в оболочке MIUI, которая построена на базе Android, но тем не менее нашпигована всякими китайскими с сервисами, есть два системных процесса, это MSA и MIUI Diamond. Системный процесс MSA собирает данные смартфона, то есть выступает как шпион и в итоге подбирает рекламу под ваши интересы. А системный процесс MIUI Diamond загружает эту рекламу с сервера и вставляет ее в систему и приложение Xiaomi. Короче, в более ранних версиях MIUI необходимо было для этих двух системных процессов просто ограничить доступ в интернет. Сейчас есть еще более простой способ. Заходим в настройки смартфона, заходим в раздел «Пароли и безопасность», и тут в самом низу выбираем раздел «Доступ к личным данным». В этом разделе будут находиться системные приложения и процессы, которые имеют доступ к личным данным. Среди них будут как раз MSA и MIUI Diamond. Вам нужно будет просто с них отозвать разрешение на доступ к личным данным. В принципе, все, друзья. Самое основное мы сделали. Рекламы в смартфоне больше быть не должно. Но на всякий случай я рекомендую пробежаться по стандартным системным приложениям и отключить рекламу наверняка. Давайте по порядку. Заходим в утилиту «Безопасность». Тут нажимаем сверху на шестеренку и в самом низу находим пункт «Получать рекомендации». Нужно вот это дело выключить. Потом, не выходя из этих настроек, чуть выше находим пункт «Очистка». Пройдя в него, опять же внизу есть раздел «Получать рекомендации». Отключаем. Далее частенько бывает, что возникает реклама при загрузке каких-либо файлов из интернета. Чтобы такой фигни не было, друзья, заходим в приложение «Загрузки». Тут сверху у него есть три точки. Вот, видали? Реклама выскочила. Нажимаем вот на эти три точки сверху, заходим в настройки и отключаем получение рекомендаций. Смотрите, отключение рекомендаций ведет к тому, что вы не сможете просматривать рекомендуемые источники после отключения. Вы можете выбрать загружать содержимое только по Wi-Fi для экономии мобильного трафика. Далее рекомендую посетить приложение «Проводник». В нем также может отображаться реклама. Чтобы ее отключить, заходим в приложение, нажимаем на три полоски, выбираем «Настройки», и тут, ребят, нужно выбрать «Информацию». В информации как раз и скрывается этот пункт получения рекомендаций. Соответственно, отключаем его. Если вы пользуетесь стандартным приложением «Музыка», оно, кстати, весьма неплохое для прослушивания офлайн-аудио, так что рекомендую не брезговать им, попробовать попользоваться. Заходим также в этом приложении в «Настройки» вот таким вот путем. И тут, ребят, нам нужно выбрать расширенные настройки, в которых как раз скрывается откровенный пункт «Показывать рекламу». Соответственно, отключаем. В приложении Mi Video также заходим и выбираем тут внизу ваш профиль. В профиле нам нужно выбрать настройки. И тут в настройках отключаем
онлайн-рекомендации, и до кучи я еще советую выключить персональные рекомендации. Ну и когда вы создаете папки, то их можно переименовывать. Нажимаем на имя и отзываем функцию «Показывать рекомендации». Все, ребят, теперь стопудово рекламы в оболочке не будет. Если я что-то пропустил, дополните меня в комментариях. Но вроде бы рассказал все моменты. Не бойтесь покупать смартфоны Xiaomi, тут все четко настраивается, настроек полным-полно. Тем, собственно, эта оболочка и эти смартфоны интересны. Скучно с ними точно не будет. У меня на канале полно роликов по обзорам и настройкам смартфонов Xiaomi. Если интересно, заходите, смотрите. Кто хочет, подписывайтесь. На сегодня все, пожалуй. Спасибо огромное за внимание. Всего вам доброго и до скорых встреч.